Что такое тхэквондо, ребята? Это народный корейский вид борьбы. Так, а что для тебя тхэквондо? Тхэквондо – это для меня тренировка. Тхэквондо для меня – это сила и борьба. А какой тренер вам больше всего нравится? Вы. Мне свой. А кто у тебя тренер? Александр Александрович. Фамилию? Что вы хотите достигнуть в тхэквондо? Черного пояса. Черного пояса. А зачем вам черный пояс? Чтобы учить детей дальше. Дальше. А зачем вы приехали в лагерь? Научиться чему-нибудь другому. Чего мы еще не знаем. То же самое.